Ребята, я наконец-таки добралась до смотровой, о которой узнала только в прошлом году, потому что я, как обычно, все в последний момент узнаю. Мне рассказали, что в Ростове есть шикарная смотровая. Туда даже люди ходят где-то сидеть, читать, но я так поняла, что она не одна, их две. А, и так я поняла, что здесь где-то рядом Седовка. И тут памятник Седову. В косыночке. Ну или в шлеме. Вот тоже на позорище. 77-14. Надо лезть в интернет и читать, потому что памяти уже нет никакой. Трудами русских в историю исследования Севера вписаны важнейшие страницы. Россия может гордиться ими. Седов. Можем, гордимся. Ну вот. А, да, там шикарный вид на Ростов-арену, кстати. А, дерево счастья, перекошенное, заржавевшее. Видимо, влюбленные до сих пор сюда привязывают тряпочки, вешают замочки, бла-бла-бла. Когда-то оно было красивое. Теперь вот такое. И вон она, Ростов-арена. Блин, ну она шикарно смотрится отсюда. Так, поближе подойдем. Посмотрим панораму Дона Батюшки. Ну и вот территориально я, конечно, туплю и не понимаю. Леха, это слева получается Зеленый остров. Правильно же я понимаю? Вот, не совсем.